Ульяновск, друзья, Ульяновск, всем здорово, пацаны, девчонки, дамы и господа. Вот он, ребят, городишечко такое у нас, тут ремонтирует, ремонт что-то там, то все там, ремонт, кольцо делают, вот, дороги вообще полный хлам. Как и были дороги в хлам, так и остались дороги в хлам. Нифига, ничего нового нет. Даже вот этот новый асфальт, и то он уже кривой весь, косой весь. Все не то пальто. Прыгомазисты, сзади газелисты едут, не втыкают. За дорожным знаком наблюдает. Светофор зеленый загорелся. Пасан в педалик углубился. Едет, отжигает. Движок на красной зоне. Давно, ребят, давно меня такие мыслишки не посещали. Вообще прям. Кто с Боротаевки? Всем привет! Олег, Санек. Всем здоров. Здорово, братан. Да, когда в глаза бьет солнце, не камильфо. 63 километра. Хорошая скорость. На такой скорости штрафы минимальные, они не приходят. Блин, очки что ли пустить? Поможет? Ну, кстати, да, помогает, да, нормально. Уже нормально, чем прямой луч солнца в глаз. Если солнце светит в глаз, как говорил Саня Диабло, попадется Тарас. Образ в голове, на компромиссы не идет себе же на уме. Копать до сути, видеть сиськи на стене, представлять, что будут греть именно конкретные недостатки, только подчеркну заветные. Не идеалы не бывает, типа что все светлое. Ваши отношения, состояние перманентное. Ее коктейль любви, надо лить потенциал. Да, вот так вот, друзья, против солнца лучше вообще не идти на обгон. Вообще элементарно. Просто расстояние по факту оно меньше, чем тебе кажется, потому что когда ты идешь на обгон, тебе кажется, встречка еще далеко, но по факту она близко, она в два раза, это как минимум она ближе. Так что, ребят, учтите, кто гоняет на мотиках, да и вообще на машине, вообще на любом транспорте, обгоны, когда закат, лучше не рискуйте, лучше потихонечку вот катите там себе 80 километров и все. И, как говорится, не температурьте, не психуйте, все будет окей, братаны. Так ехать далеко, но лучше бензина подзалью сейчас. На запас. А то, блин, 92-го мне надо. Я по вырву залил. Опа. На Роснефти занял Ваныча. Блин, руки мокрые, адреналин хреначит. Ладно, идемте. Какая колонка? Вторая? Девушка, можно 92-го на вторую до полного? Деньги надо ставить? А то вдруг уеду, некоторые не заправляют.
Не, ну это хорошо, что можно. А то некоторые нельзя. Боятся. Ну сколько там до полного у меня? Сколько литров уйдет? Проехал я километр 100, наверное. О. Пять литров. Пять на сотку. Блин, хороший расход. Пять на сотку ест, пацаны. Вообще нормалек. Угу. Угу. Нету. Мелочи вообще нету. Ничего страшного, нафте рубль. Гни такая. Угу. Все, благодарю. До свидания. Хорошего дня. Вечера, вернее. Опа, 200 рублей. Блин, ветерочек. Ну. Ну, 5 литров. Ну, реально, я сотку проехал, пацаны. Реально, столько мы проехал. 5 литров ест. Вообще, блин, прикольно. 5 литров. И то они мне, конечно, заправили не 5. По факту, тут меньше залили. На самом деле, не пятеру. Сколько мушек, блин, офигеть. Я даже не взял тряпочку. Обычно я под заднее сиденье тряпочку кидал, мокрую такую, прорезиненную, автомобильную. А в этот раз что-то не взял ее. Блин, у меня весь визор, пацаны. Вот сейчас и буду так ехать, чтобы расход был небольшой. А то у меня дальничок такой. Километров. Во сколько километров? 300. Даже побольше. Вообще прям по красоте.